такие периоды у нас были, но не настолько долгие. Допустим, у меня максимально был долгий период, и то меньше, наверное, это тогда, когда я потерял ноги. И то он был короче. Но сейчас просто уже какие-то депрессии наступают уже. То есть артист, он привык, перемены мест, потом публика, да. Ну а сейчас обыкновенные будни идут, то есть, конечно же, остановки работы нет никакой. Проходят репетиции. Ну, на данный момент за себя могу сказать, что у меня молодые тигрята подросли, которых уже вводим в аттракционы. Наверное, после пандемии они выйдут. Но один точно уже выйдет. Ну и в принципе просто продолжаем работать. На данный момент идет обучение животных работать. И ничего. Интересно смотреть, когда готовая продукция, и уже щелчок пальца, выполненный трюк, молодец, похвалили. А когда учить, ну это суета, нервы, ну и, конечно же, постоянные проблемы здесь. Пока мы не отточим все до мелочей, в манеж животные не выходят. Это, ну, репетиция, это, знаете, когда это сказали, о, я в костюме иду, о, работать пошел, я работаю на репетиции. А сейчас я просто иду выделываться. Работа в цирке – это образ жизни, мало сказано. Это просто можно назвать одним словом – жизнь.